А вот посмотрите, я догоняю робота, который сам убирает помещение. Вот он поехал. Чистит и убирает помещение торгового зала. Сам. Пес на меня наедет. Отойду. Нет, отъезжает, когда видит препятствие, считывающее устройство, и отъезжает. Ну, вот такой вот робот, который сам убирает помещение. Люди его обходят, а он ездит и убирает везде. Так, даже детки ходят, смотрят за ним. Робот, который убирает помещение. Кстати, рядом с ним фотографируются и дети, и взрослые. Поехал. Останавливается, если видит препятствие. Умная машина. Люди привыкли, не обращают внимания. Только иностранцы еще фиксируют, такие как я.